И всем привет, друзья! Вы на канале Сангрил, и мы продолжаем с тобой проходить, собственно, Валькиного деда или The Walking Dead. Вторая у нас серия с тобой. Мы, по-моему, встретились с маленькой подругой. Забыл я, как ее зовут. Как-то ее зовут, я не помню. Напомни мне в комментариях. Я надеюсь, что она мне сейчас и сама об этом расскажет. Рассказывай пока, как у тебя дела, как тебе спалось, как ты там отмечаешь, как отмечал, что тебе понадарили. Но я надеюсь, ты мне уже в прошлых видосах об этом рассказал или на стримах, я не знаю. Не забывай, естественно, ставить пальцы вверх, подписываться на канал для того, чтобы не пропускать новые стримы и новые летсплеи. Летсплеи, кто не в курсе, каждый день в 6:00 стримы по... Стараемся каждый вечер, но не всегда получается. Не всегда получается, тем более в связи с праздниками, это вообще беда какая-то. Это просто невозможно сделать все, ну, как сказать, все запланированное. Вот так вот. Возобновить игру, поехали. Мы выходим из дома с этой подругой. Я забыл, как ее зовут, честное слово, я не помню. А может мне с ней поговорить? О, побежала. А куда она так втопила-то? В домик на дереве? А можно мне как-то камеру разворачивать или нет? Или я обязательно вот буду вот так вот с ней всегда по-дебильному на все это дело смотреть? Мне не нравится, честное слово. Открывай. Подожди, может что-нибудь взять? Тут есть что? Нету. Это кто такой? А, это они толкают, нормально. Они вроде живые. Вот блин. С такими успехами я никогда не попаду домой к маме. Вот отстой. Обстановка накаляется. Какой-то, знаешь, очень-очень... Не знаю. Не знаю пока, вот как-то неоднозначно. Открывай давай. В чем дело? Возможно, мне стоит остаться? Что? Я не хочу сегодня ночью спать в домике на дереве, но я не знаю, следует ли уходить. Что, если мои родители вернутся? Надо ей сказать правду, я не оставлю тебя одну. Не вернуться, нам надо идти. Не вернуться, нам надо идти. Потом они найдут меня, правда? Конечно. Я не оставлю тебя одну, хорошо? Нет никакого смысла ей врать. Ну какой практический смысл? Чем раньше она узнает, тем будет легче пережить это дело. Не ешь нас! Мы вам не навредим. На секунду я подумал, что ты и эта мелкая загрызете нас. Что происходит? Ты знаешь, что за херня здесь творится? Понятия не имею. Значит, ты их видел? Ну, видел, конечно. Можно как не видел? Можно и так сказать. Я Шон. Шон Грин. Ли, это Клементина. Клементина. Я Чет. Какое чудное имя, Клементина. В этом месте нам не стоит быть. Давай ты поможешь нам расчистить дорогу, и мы вытащим тебя с дочерью отсюда и отвезем на ферму моей семьи. Там безопасно. Я не ее отец, я... Просто прохожий. Просто прохожий. Просто парень? Да. Она одна? Давайте выдвигаться. Надолго здесь остаться будет ошибкой. А какая ему разница? Что-то не так? Я... Монстры приближаются. Мы должны идти. А что вы хотите? А, вы тачку хотите вытащить. Все, я понял. Давай, что делать надо? Толкай. Вы два здоровых мужика не могли осилить. Смотри, как он на больную ногу опирается. Смотри, как здорово сделано. Для простого парня ты сегодня спас кучу жизней. Пока все нелогично. Нелогично, я еще раз повторяю. Логика – самая важная составляющая любой игры. Но не должно быть такого. Ты видишь, он там падает каждую секунду, я не знаю, еле ходит, зато тачки толкает больной ногой. Все у него хорошо. И эти двое почему-то машины не смогли оттолкать, а этот коллега наш, он оказался сильнее. Но не может же быть такого. Тут типа безопасно.
Может, кто-нибудь объяснит? Шон, я побегу домой. Моя мама будет рвать и метать от гнева. Точно, мужик, завтра ночью пересечемся. Рад был знакомству. Может быть, мне все-таки кто-нибудь объяснит, откуда взялись эти зомби? Слава богу, порядок. Я волновался, что здесь тоже плохо. Эту пару дней было тихо. Старый брикон думает, что у него кобыла хромает. Ну, а так ничего нового. Я бы не выжил без Чита. Ну, я рад, что ты взял его с собой. Ты привел пару гостей. Твой сын спас нас. Нам нужно укрытие. Нам нужно укрытие. Может быть, я стоило сказать то, что он спас на нас. Одну ночь. Я не подаю завтрак в постель. Ну, значит, выжил ты с дочерью. О, это не его дочь. Он, ну, просто парень, который нашел ее. Милая, ты знаешь этого человека? Да. Хорошо. Похоже, ты сильно поранил ногу. Есть такое. Ага, с ней что-то не так. Я могу помочь тебе, Шон. Иди проведай свою сестру, а ты сядь на лавку, а я посмотрю, что у меня есть. Чё-то старику не так. Давай посмотрим, что у нас. Да, она чертовски распухла. Она болит и чертовски, все не так плохо. Могло бы быть и хуже. Похоже на то. Кажется, в городах сейчас ужасно. Как ты сказал, тебя зовут? Ли. Я и не говорил. Ну вот теперь самое время. Ли. Рад знакомству, Ли. Я Хершел Грин. Как это случилось? Авария. Авария. Неужели? Куда ты ехал? До аварии. Хрен его знает. Из Атланты. Я ехал из Атланты. Новости говорят остаться. Да, но это была ошибка. Мы сбили парня, одну из этих тварей, о которых ты наслышан, на дороге. С кем ты был? С девочкой? С офицером полиции. Я был с офицером полиции. Он подвез меня. Милый с его стороны. Я ужасно милый парень. В доме полно моих родственников. И еще одна семья спит в хлеву. Ты с дочерью сможешь отдохнуть, когда мы тут закончим. Я не расслышал твое имя. Клем. Клементина. Не могу представить, через что ты прошла. Я присматриваю за ней, пока не найдутся ее родители. Эй, пап. Я тут подумал, завтра первым делом мы снова должны поставить забор вокруг фермы. Не думай, что это необходимо. Я не знаю, что ты видел по телевизору или слышал по радио, но там тут серьезное дерьмо скоро прорвется. Не думаю, что кто-то знает, сколько их. Но тебе забор-то не поможет. Твой сын прав. Твой сын прав, нужно укрепить это место. Такие вещи тут не случаются, Шон. Пап, я серьезно? Ли, давай, расскажи ему, что ты там видел, мужик. Я видел, как сбили человека, я видел, как мертвый коп полз я по земле. Я видел, как коп восстал из мертвых. Очень мало. Ну, делай, что считаешь нужным. У нас и так забот хватает. Ли и ребята в хлеву помогут нам утром. Нам нужно это сделать, правда? Я уже сказал, хорошо. Ну, тут я закончил. Очень мало времени на ответы. Спасибо. Если будет температура или нога распухнет, похоже, мы имеем дело с инфекцией. Что тогда делать? Нам придется тебя пристрелить. Ха. Промоем, перевяжем, все будет в порядке. Ладно, было бы неплохо. В хлеву есть одеяло. Подъем с утра пораньше. Кстати, куда именно ты отправляешься? В Мейган, я думаю. Ну и хорошо. Чего хорошо? Что происходит-то, я не понимаю. Чего же они все такие больные? Забор не поможет. Не поможет забор. Вот тот, который сейчас стоит... Как где? Как навоз. Навоз. Навоз? Это когда лошадка капает? Именно так. Да, именно так. Я скучаю по маме и бабе. Не сомневаюсь, Клем. Саванна далеко? Далековато. О,
Ладно. Я люблю тебя, мама. Что такое? Я не знаю пока, как это комментировать, честно говоря. Эй, вставай. Ты кто такой еще? Я чешусь. Но ты же спала в хлеву, маленькая леди. Тебе повезло, что у тебя нет пауков в волосах. Но я уверен, что твой папочка их отпугнул, верно? Тебе тоже что ли не сказали, что... Меня зовут Ли. Я Кенни. Пап, нам нужно построить забор, там трактор и все такое. Лучше пойдем, а то не узнаем, чем все кончится. А у меня за одну ночь нога... Это мой сын, Кен-младший. Хотя мы зовем его Дак. Дак? Дак? Ага, его ничего не волнует. Как с гуся вода, понимаешь? Теперь это ценное качество. Согласен. Но, честно говоря, я думаю, это из-за того, что он немного туповат. Пап! Но он отзывается и делает это с большим энтузиазмом. Ты вроде говорил, что тебе нужно в Мейкон. Моя семья оттуда. Ну, Мейкон по пути, и, честно говоря, я бы хотел поехать в компании парня, который может снести пару голов, если это будет нужно. Ну, конечно, мы поедем. Вот почему, да, я спрошу девочку. А, нужно посоветоваться с мисс. Понимаю. Милая Даг, это Ли. И как зовут девочку? Клементина. Клементина. О, это очень красивое имя. Спасибо. Что ж, приступим к работе. Мы все видели, на что способны эти твари, так что чем быстрее поставим забор, тем лучше. Я тоже хочу строить забор. Да? Ну, хороший бригадир мне нужен. Ты можешь сесть в трактор и кричать на меня каждый раз, когда я захочу попить. Трактор? Круто. Да. Это поможет тебе. Допустим. Я могу присмотреть за твоей маленькой девочкой. Мы будем тут. Приходи, если хочешь. Я вот тоже не совсем понятно, почему я должен отвечать так быстро. Мне же еще нужно прочитать. А, ну да, нога у меня заросла. Смотри, все нормально. Я даже, наверное, бегать могу. Но если я с больной ногой толкал машину, то что бы мне и... Говорите с каждым, кого вы в дальнейшем встретите. Давай говорить. Привет, Кенни. Как дела у твоего... Какие у вас... Как дела у твоего... Нужна помощь? Нужна помощь. Нет, думаю, что сам справлюсь. Почему? А тебе нужна помощь? Да. В смысле? Ты сказал, что позаботишься об этой маленькой девочке. Ты понимаешь, что делаешь? У тебя есть свои дети? Я в порядке. Думаю, я справлюсь. Сейчас она в безопасности. Значит, я все делаю правильно. Пока там ходят эти твари, то этого, наверное, достаточно. Но ты должен спросить себя, тот ли ты парень, который сможет позаботиться о ней после всего этого. Нет, не буду иметь в виду. Как дела твоего сына? Как дела у сына? Думаю, хорошо. Мы были в гостях у сестры Кати в Мемфисе и возвращались домой. На одной заправке какой-то парень схватил моего сына. Я подумал, что он хочет похитить его. Уже через пару секунд я подлетел к этому подонку и... Боже. Слава богу, я был там. Мы видели много тел до того, как наткнулись на Хершела. Но у нас крепкая семья, Ли, и никто не сможет досаждать нам. Вы проявили интерес... Так, какие у вас планы? Какие планы у твоей семьи? Вернуться в Лодердейл и разобраться со всем этим. Правительство начнет отдавать приказы, а Национальная гвардия начнет их выполнять. Думаю, если дела станут еще хуже, то мы сможем уплыть на лодке. Есть лодка. Я промышляю рыбалкой, ловлю скумбрию, дельфинов, все, что клюет и за что платят. Катя не в восторге от этого, но лодка не так уж и плоха. Пока. Вы узнали про лодку, хорошо. А мы пойдем забор-то строить или нет? Ну-ка, давай поговорим. Эй, девочки. Вы выглядите расслабленными. Вы выглядите расслабленными. Я думаю, что дела идут у нас хорошо. Клементина мне рассказала, что учится в первом классе. А, ну и как там? Просто. Ну, да. Итак, у вас все в порядке? Я, честно говоря, их эмоции не до конца понимаю. В последних трех дней мы видели поедающих друг друга людей. Здесь спокойно, правда? Кем ты работаешь? Но что ты делала до появления мертвяков?
Я ветеринар в Форт Лодердейл. Как Хёршел, только я лечила собак и кошек, а не лошадей. Кем ты работаешь, Ли? Я раньше преподавал в университете Джорджии. Мы должны надеяться, что в ближайшее время мы вернемся к нашей работе. Вернемся к нормальной жизни. Она не может оставаться такой. Вы узнали, что Катя ветеринар. Так, я был неправ. Да, я был неправ. Мы все будем дома. Не знаю. Короче, еще что хотел отметить, хотелось бы на самом деле, то что вот он никак не похож на преподавателя в университете, вообще никак. Я себе преподавателя в университете как-то вот по-другому всегда представляю. Но вот встретишь ты его на улице, и вот не скажешь то, что он преподаватель в университете Джорджии или как-то там. Как было в городе? Как вы прошли через город? Кенни просто поехал. Мы могли помочь многим людям, но нет. И мы просто проезжали мимо людей. Мы просто... Все нормально, все хорошо. Тебе не обязательно рассказывать. Все правильно сделали. Я хочу завтра вернуться домой. Но даже тогда я не смогу забыть, через что мы прошли. Прошел Дак. Вот она на ветеринара прошла, похоже. К моменту до того, как все это произошло. А кто не Никто хочет? Никто в здравом уме не откажется. Семья, барбекю с пивом и друзьями. Много всего. Ради этих вещей мы и живем, не так ли? Если их не станет, какой смысл? Скоро вернусь. Хорошо, Ли. Так. Дайте мне камеру нормальную. Ну вот почему я не могу... Ну это неправильно. Давай с пацаненком поговорим. Тут больше вроде ничего нельзя. Бля, как неудобно тут ходить, вот честное слово. Трактор. Дрын-дрын, давай. Видишь водителя? Конечно нет. Зато я могу раскритиковать законопроект. Не нужно. Ну-ка. Здорово. Здорово, пацаненок. Забыл как я. Дела, как... Дак? Хорошо, Дак, я точно, собираюсь водить трактор. Ну, я заводи, поехали. Посмотри на меня, Шон. Смотри, у него прям этот, как... кресло, сиденье пружинит. Вообще сказочно. Не у каждого трактора такая функция есть. Нужна помощь? Нужна помощь. Было бы здорово. Если ты распилишь эти доски, это ускорит процесс. Да не проблема, давай. Мой отец даже не знает, насколько все плохо. Нет, не подозревает. Я видел парня в Атланте, который убил ребенка. Мальчика. Он застрелил его прямо в лицо. Мальчик был одним из ходячих? Мальчик был одним из ходячих? Я даже не знаю, либо он просил о помощи, либо хотел напасть на парня. Он даже не сомневался. Просто повернулся, приставил ствол промеж детских глазок, нажал на курок. Ты не видел ничего подобного? Это не как в кино. Они как не так дохнут, как ты думаешь. Ты такое делал? Делать что? Убивать. Ты убивал ходячих? О. Ну, да. Один раз пришлось стрелять. Пристрелить одного я бы мог, наверное. С большого расстояния. Я рад, что мы строим этот забор. Отец просто хочет обезопасить семью и считает, Шон говорит, что этого не забудет. Представляет большую опасность, чем все, что там. Что насчет тебя? Как твоя семья? Мои родители в Мейконе вместе с братом, я не знаю, где мы. Я не слишком близок. Я не слишком близок с семьей. Но они не были в Атланте, так ведь? Так что это хорошо. Спасибо. Хотя, может быть, не стоило, конечно, говорить. Кстати, Шон, еще раз спасибо, что довез. Ли, без проблем. Я не мог оставить вас. В любом случае, если увидишь отца, помоги ему в хлеву. Ну, пойдем поможем отцу в хлеву, собственно, почему бы и нет. Да как неудобно ходить, ну как же неудобно ходить? Ну это невозможно, просто вот просто невыносимо. Я не знаю, не знаю. Чё молчим-то? Как ты выбрался из Атланты? На машине. На машине, но попал в аварию. Я шел, пока не встретил твоего парня. Ну, твой вид это подтверждает.
У тебя хорошая ферма. Если бы ты сказал мне 20 лет назад, что я до сих пор буду это делать, то я бы ответил, что ты врун. Это никогда не входило в мои планы. Так было принято в семье, кажется. Семья — это самое главное, особенно сейчас. Ты согласен с этим? Ну, конечно, да. Где твоя семья? Родители, жена, подруга? Жена, не знаю, родители из Мейкона. Мои родители в Мейконе, вместе с братом. Надеюсь, с ним все в порядке. Ну, теперь у тебя есть эта маленькая девочка, Клементина. Как ты нашел ее? Я искал помощи в ее доме. Так, я, на меня напали, она на пришла на помощь. На меня напали, она пришла мне на помощь. Хм. Могу я дать тебе совет? Допустим. Конечно. Конечно. Я не знаю, кто ты и что сделал. Предположим, что в городах ситуация не улучшится или станет еще хуже. Тебе придется зависеть от честности незнакомцев. А если выяснится, что эти люди лгут тебе, то будет очень плохо. Ну, ты хотя бы слушаешь человека, дающего совет. Ну? Что за... Что за совет-то? Что это за бред было, не совет? Я возьму ружьё. Он трактор завел, я тебе говорю, смотри. Точно завел. А, нет. Я не понял, а как он под трактор попал? Ну, пацана. Ну, я не знаю, ну, как бы, наверное, пацана все-таки. Давай. Не дай им забрать меня. Давай помогать. Ёб твою, да чтоб тебя. Давай, беги уже быстрее. Я держу тебя. Они почти пролезли. Почему больше? Бери этот трактор с меня. Почему больше-то никто не помогает, ёб вашу мать. Помоги мне, пожалуйста. Что за чушь? Да что за чушь? Это же бред! Ну, пацану тоже звездец. Я не знаю. Ну а как тут выберешь? Нихера себе! Свалите нахрен отсюда! Мне жаль. Жаль? Твой сын жив! Тебе не может быть жаль! А ты... Ты даже не пытался помочь. Да... Я думал, что помогу им обоим. Посмотри на него. Ты ошибся. А теперь... Пожалуйста... Просто уйдите. Уйдите и никогда не возвращайтесь. Ну, я не знаю, но, по-моему, уже логично, как бы первым спасти ребенка, нет? Хрен его знает. Ну что, вылупились? Пошли вон отсюда. До Мейкона, если нужно. Ну, я не знаю. Слушай, пиши в комментариях, как бы ты поступил в этой ситуации, потому что я не в курсе. Вот даже представить себе не могу. Ну, а какая разница? Тогда бы меня вот этот вот загнобил бы, да? Итак, скорее это всего. Максимум, который мы смогли проехать. Мне все-таки достаточно. Пацаненок-то завел трактор. Я же говорю, завел. Наехал на этого, как его звать? На Шона, да? Шон, да, на Шона. Блин, забывай я их имена. Буду называть их по-разному. Вот как вспомню, так и скажу. Ну, точнее, что придумаю, точнее, как объяснить, не знаю я. Не знаю, короче, как их звать всех. Эй, вы свой? У нас кончился бензин. Нет, он не свой. Ебать. Погнали. Ловушки. Опять пацану пиздит. Да ну...
смотри еще, кто такая. А ты кто такой? Погнали, мужики, погнали. Нам нельзя так рисковать. Но мы не можем позволить людям умереть. Когда я сказала, не открывается дверь, несмотря ни на что, я, блядь, это и имела в виду. Ну, смотри, мы какая не злая. Мы этих людей. Они могут быть опасны. Могут. И хуже всего, они могли подпустить их к нам. Где же ваша человечность? Остынь, дамочка. Эй, дамочка, успокойся, блядь. Мы просто люди, которые пытаются избегать этих тварей, как и вы. Не смей приходить сюда и наезжать на меня. Я буду говорить, что захочу, если ты будешь угрожать им. Ты должен простить ее. Не позволю ни ему, ни кому другому. Все дело в выживании. Да дай ей вы в рожу разок, чтобы... что происходит. Как это? Посмотри на нее. Что такое? Мне нужно в туалет. Я вышел туда лишь на секунду. Иди. Я уверена. Тогда иди. У них дети, Лили. А что я должен был сказать? Тем тварям снаружи все равно. Может, тебе стоит присоединиться к ним? У вас есть что-то общее. Боже, Лили, ты должна контролировать этих людей. Карли и Глен просто натолкнулись на них. Она нормальная. Она нормальная. Они сильно рисковали. Да, рисковали. И мы ценим это. Теперь давайте успокоимся. Твою мать. Блять, один из них укушен. Кто, пацан? Он не укушен. Чёрт, его же вроде не кусали. Пора покончить с этим сейчас же. Его же вроде не укусили, только погоди. Мой труп. Сейчас устроим. Нет, я очистила его. Там нет укуса. Он нормальный. Люди, вы что, блядь, не понимаете? Мы уже видели, что случилось. Если впустим кого-нибудь с укусом, будем укушены. Заткнись. Нам нужно вышвырнуть его или снести ему башку. Кенни, останови его. Ли, что нам делать с этим парнем? Да я тут при чем? Это лишь мальчик. Это... Договориться. Я справлюсь. Может, надо надрать его зад? Ну-ка. Тебе нужно успокоиться. Надерем его зад. Я тоже так думаю. Все успокоились! Никто ничего не делает. Заткнись, Лили! И ты заткни свое ебало. Они найдут нас и проберутся сюда. И всем будет на это похуй. Как бы там ни было. Но сейчас мы в ловушке с одной из этих тварей. Ты это о чем? Он укушен! Он превратится в эту тварь! Да почему укушен-то? Он не укушен! Помойте его, ёптвою мать! Он расстраивает его! Я расстраиваю его? Расстраивание — это когда тебя съедят заживо! Ты Ларри, да? Мужик, это его сын. Посмотри вокруг, дебил. У меня есть дочь. У тебя есть дочь. Достань свою голову из жопы, пацан. У всех нас. Ой, сейчас ты выебываешься. Сейчас ты выебываешься. Мы можем жить без убийств. Есть другой путь. Ага, в могилу. Я убью его, Кэт. А ты пригляди за Даком. Ли. Да? Там кто-то есть. Она просто заперта. Ключ за прилавком. Наверное. Я тут неплохой парень, я просто присматриваю за своей дочерью. Нет, ты просто парень, который хочет убить ребенка. Он весь в грязи, он найдет укус. Вот увидишь. Не найдет. Но когда найдет, тогда и будем разбираться, ёб твою мать. Первым делом он укусит лицо своей мамочки. Ха. А когда она умрет, он полезет на твою девочку. Он лишь мальчик. Он лишь маленький мальчик, с ним мы справимся. О, маленький мальчик, он будет неконтролируемым пожирателем людей. Этого не будет. Да, если мы выбросим его сейчас же. Бей его, нет, мне жаль, ты прав, нет. Нет, ты не тронешь мальчика, и никто другой тоже. Бить не надо. У меня тоже есть девочка, и я пытаюсь ее защитить. Хочешь насилие, старый хрен? Ну давай, тогда придумай, как меня убить, потому что я не позволю убить никого другого. Ёб твою мать, у вас в сортире зомбаки лазят, вы тут, блядь, детей обсуждаете, вот твари, сука. Где, чего, куда? Отойди от неё, сукин ты сын. А вот я, по-моему, укушен. Давай, 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 давай. Хорошо. Блин. Ну, красиво. Все отлично, спасибо. Ребята? Ложитесь все! Тихо!
сюда. Заткнись. Это что, военные? Я не знаю. Ну, явно спасибо не зомби. Спасибо им, кто бы это ни были. Мы чуть не умерли из-за этой сучки и ее пальца на курке. Это было глупо, это было... Короче, там... Наконец-то, достал уже. Что с ним? Это он укушен? Нет, не глупи. Это его сердце. Таблетки! А нитроглицерин? Да, наш закончился. У нас возникли проблемы с проникновением в аптеку. Прошу, попытайтесь пробраться туда. Там все таблетки. Да, конечно. Ага, ага, конечно. Что... Да блин, ну почему? Что нам искать? Что нам искать? Нам нужен нитроглицерин. Пожалуйста, проберитесь туда. Я присмотрю за отцом. Остальным нужно расположиться и поискать что-нибудь полезное. Мы можем тут задержаться. Я начинаю думать, что аптека нас долго спасать не будет. Ты прав. Это не Форт Нокс. И что предлагаешь? Нам нужно много бензина, чтобы мы все смогли выбраться из центра Мейкона. Быстро. Согласен. Тогда я пошел за бензином. Тут недалеко есть мотель. В конце улицы Пичтри. Я сбегаю туда и обратно, соберу все, что смогу. Ты спятил? Ты спятил. Ну, кто-то это должен сделать. К тому же, я быстро, и я знаю Мейкон. Ты местный? Родился и вырос. Если пойдешь туда, вот рация на случай, если влипнешь в неприятности. Надеюсь, не пригодится. Так, где вторая? Круто. Вторая у Клементина. Сообщи ей новости и побыстрее возвращайся. И ты, как тебя зовут? Я Лили, а это мой отец Ларри. Присматривай за ним. Ребята скоро принесут тебе лекарства. Верно. А ты будешь приглядывать за главным входом. Ты у нас на стрёме. Я Даг. Все понял. А я Карли. Хорошо, Карли. Поможешь Дагу, если нужно будет. А пока отдохни. Ты хорошо стреляешь, и я хотел бы, чтобы все так и оставалось. Есть, босс. Теперь достаньте ему эти таблетки. Смотри, стервозная какая. Смотри, взгляд какой стервозный. Она вот, она ревнует, как это... Ну, как объяснить? То, что она теперь, типа, не босс, ей не нравится, это естественно. Конечно, а как же? Батя-то, батя, чё теперь нахуй сидит? Давай его выбросим, он же обуза. Нахера бы он нужен был? Тоже мне. А вдруг он укушенный, блядь? Нихера себе, ох, бесит меня, как этот батя. Ладно, короче. Давайте на этом остановимся на сегодня. Чё-то много записал, действительно. Опять придется, ну, не знаю, там вроде особо-то не вырежешь ничего. Или да, пускай будет, наверное, такой длинной серии. Не будем мы ничего резать. Пересмотрю. И, наверное, будет все хорошо. Рассказывай, в общем, в комментариях, как тебе серия. Надеюсь, то, что тебе понравилось. Не забывай ставить пальцы вверх, подписываться на канал, добавляться в группу ВК, добавляться в друзья, комментировать видео, шарить видео, приглашать друзей на канал и так далее и тому подобное. Ты все знаешь, все умеешь. Ты же лидер, ты же личность. Помни об этом всегда. И самое важное, не забывай, что каждый день на канале в 6:00 летсплеи и вечерами стримы. Поэтому не забывай прям бить в колокол, чтобы не пропускать новых, ну, собственно, обновлений, скажем так, на канале, новых видосов. На этом счастливо тебе и до скорых встреч!